рядом с городом Балабаново, Боровский район, в дачном обществе, недалеко от населенного пункта, там на границе с населенным пунктом, продается дом на небольшом участке земли, рядом с лесом, рядом с прудом. Дом представляет собой первый этаж сруб, второй этаж летний. Вот такой участок, ухоженный. На участке имеется скважина. Скважина с питьевой водой. Грядки. Это вид на пруд. Ступеньки. Это вид на лес. Рядом сарайчик с летней кухонькой. Так, это вход на второй этаж. Дом теплый. Сруб. Реальный сруб. Настоящий, отделанный вагоночкой. Ну, потолочки не очень высокие. Двойные рамы. Печка функционирующая. Травами топится. Так. И вход на второй этаж. Второй этаж больше предназначен для эксплуатации летом. Угу. Здесь рамы в одно стекло.